Дорогие зрители, здравствуйте, приветствую вас на своем канале. Приглашаю вас на очередную прогулку. У нас туманно, не солнечно, но достаточно тепло, нестандартно тепло для конца декабря, примерно плюс 10, иногда даже плюс 13. Давайте посмотрим, как при такой погоде, достаточно влажной и все-таки достаточно высоких температурах, можно красиво и стильно одеваться. Дорогие зрительницы, хочу обратить ваше внимание вот на этот образ, на этот ансамбль и также на последующий, потому что мы увидим, и я замечаю очень много красиво одетых итальянок, и вот такие компоновки при помощи самого обычного пиджака. Но это не пиджак овер, который привычен нам, потому что в прошлые сезоны мы видели очень много вещей овер. Это самый обычный, достаточно узкий и зачастую приталенный пиджак, очень удлиненный, который похож силуэтно на короткое пальто. И я заметила, как классно это смотрится вместо верхней одежды, надетой, возможно, поверх плотного свитера. Посмотрите, вот этот образ леггинса мне очень понравился. Я обращала внимание по ранней осени, что леггинсы, в особенности такие явно спортивные леггинсы, плюс классические вещи, допустим, пальто укороченное либо удлиненное, смотрится очень-очень хорошо.
Дорогие зрители, мне поступил очень интересный вопрос, какую сумку я могла бы порекомендовать, я запишу отдельное видео. Но забегая вперед, могу сказать, что я очень полюбила кроссбэк, любую вариацию на эту тему, когда кроссбэк носится именно как кроссбэк, который, скажем так, делит нам зачастую очень выгодно силуэт. Конечно же, такую сумку можно носить на плече, об этом речь пойдет, повторюсь, в отдельном видео, но сейчас присмотритесь, обратите внимание, насколько эти сумки универсальны, на мой взгляд, и насколько они выигрышно дополняют любой ансамбль, ансамбль, составленный в любой стилистике. Дорогие зрительницы, хочу обратить ваше внимание на шляпы. Шляп очень и очень много, и я бы никогда не подумала, что шляпы так хорошо сочетаются со всем. Они прекрасно смотрятся с пуховиками, они прекрасно смотрятся с пальто любой длины. Еще в прошлом году я говорила, что шляпа хорошо смотрится с укороченной верхней одеждой, но я поменяла свое мнение, шляпы действительно стали универсальным головным убором, обратите внимание. Также вот такое кепи традиционно очень хорошо смотрится именно с пальто. Немного стрит-стайлеров смогла заснять, отснять, но просто обратите внимание. На этой девушке удлиненный шарф, я также говорила, что это очень хороший способ удлинять силуэт. Здесь мне очень понравилось сочетание бежевого пальто и бежевых сапог. А здесь снова хочу показать вам, как утепляют щиколотки итальянские модницы и модники. Совершенно точно можно сказать, что щиколотки больше не открыты. Какой-нибудь носок фантазийный, либо просто серый, любого базового цвета, присутствует на щиколотках модников и модниц. Вот, пожалуйста, снова жилет, меховой жилет, надетый поверх кожаной куртки. Издалека незаметно, сейчас девушка пройдет мимо моей камеры, и вы сможете все подробно рассмотреть. Это очень хороший прием, носить верхнюю одежду поверх верхней одежды. Это тепло и также очень-очень стильно. Здесь опять длинный шарф мелькает у меня в объективе. Обратите внимание, длинный шарф, который носится на выпуск, очень хорошо смотрится, очень хорошо удлиняет любой силуэт, в особенности хорошо смотрится с удлиненной верхней одеждой. Здесь розовая шапка, хотела на нее обратить также внимание. На мой взгляд, вот такие шапки, которые очень многие критикуют, смотрятся очень классно. А здесь все, в общем-то, без комментариев, все очень красиво, но я обратила внимание на белые носки, которые традиционно не рекомендуются мужчинам. И снова верхняя одежда. Не очень хорошо видно, я слишком поздно включила камеру. Но это шуба с рукавом 3/4, надетая поверх пальто. Этот образ смел и прекрасен, учитывая также возраст нашей героини, но здесь снова мы имеем меховой жилет, надетый поверх, возможно, пуховика, возможно, даже и кожаной куртки. Очень много дубленок замечаю на итальянках, на мой взгляд, это прекрасная альтернатива пуховику и прекрасная альтернатива теплому пальто, потому что пальто все-таки, конечно, не может так согреть, как длинная дубленка.
Несмотря на теплую погоду, этот фристайл я отсняла вот в таком виде. Желаю никому не мерзнуть, желаю всем выглядеть классно и стильно, даже в холодную погоду, если хочется выглядеть классно и стильно. Это была Яна Скворцова, увидимся очень скоро. Всем пока-пока!